Всем доброе утро. Выдвинулась на работу. Блин, на автобусе так долго ехать. Быстренько дорогу идем. Сегодня тепло, минус 9. Ну и так ветерок дует слабый, теплый. Тепло сегодня. Вчера минус 20 было. Не, вот сейчас вот тут так вот завернуть. Потом сниму, что мы там делаем, что у нас там вообще. Вот багет. Багет, пицца, другой багет, печка. Тут вот хлеб. Это мое рабочее место. Сюда вот все выкладываем. Вот такие. Сейчас печку. Вот такой багет. И полуфабрикаты. Сейчас вот это все привезли, надо будет вот это все разогревать. Вот здесь вот в печке. Печку я включила, работает. Все разогреваю. Что, ладно, буду я работать. У нас тут вот печка. Все работает. Все разогреем, подогреем и на продажу. Такие у нас подносы. Сюда все выкладываем. Разогреваем, выпекаем. И туда вот на продажу. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Вот такая косичка. С картошкой, с сыром. Печется все тут у нас. Холодильник. Это с повидлом или с вареньем. Такие вот. Вот такое. Вот еще. Так, вот самса. С говядиной. Сейчас выкладывать буду на противень. И слойка с яблоком. Еще вот это мне надо выложить. Вот на расстойке все стоит. Сейчас вот это выпекается. Сюда засунем. И потом на продажу. Вот багет с сыром готов. Там вам пицца. Работа кипит, как говорится. Вот остались такие рогалики. Вот сосиска. Тесте. С повидлом. Вот, испеклись. Как раз так вкусно с мясом. Так получились. Ну вот, вот такая выпечка. Остывает. Пицца. Такая пицца.
Слойка. Еще слойка. Сейчас остынет и на продажу. Ну, вот такая красота. Вкусняшка. Сосиска в тесте. Забыла. Вот мой отдел.